Всем привет, меня зовут Арсений, я учусь в футбольном классе на территории средней школы номер 2. Вот это? Сверху чем покрыто? Оболочка. А какие? Они энергичные, они быстрые, они... Ну, они дети. Ну, вот Арсений, самый сильный именно по теннису. Ну, на втором месте вот Никита, каждую перемену все рубятся в этот теннис. Уже в начале урока обсуждают, кто будет где, кто с кем. Мальчишки хорошие, мальчишки умненькие. Средний балл за первую четверть был 7,4, это уже хорошо. Родители очень переживают, конечно, за их успеваемость, за их поведение, за вообще, в общем целом, за коллектив. Но мальчики хорошие. Да, я успеваю, потому что у нас тренировки сразу после школы. Ну, иногда задерживаемся, потому что у нас 6 уроков. Но так-то тренировки, можно сказать, чуть не мешают. То, что вы и в классе вместе, все ребята, и на тренировках практически одни и те же лица, это не надоедает с одними и теми же? Нет, это вообще не надоедает. Это наоборот, как-то хорошо видеться с друзьями почаще. Девочки не лезут, как это было раньше. Никто никому не жалуется, все держатся в себе, решаем вопросы все сами. Ну, это очень хорошо, что собрали вот именно всех пацанов без добавления девочек. Скидывай! Лапа! Яхимович! Хорошо! Спасибо! Топ-тима! О, черные против цветных получается, да? А что так? Я думаю, что у нас все получится. Я думаю, что мы сможем этот коллектив довести до нужной кондиции, и все будет хорошо.